А мы вчерашними щами сыты. А сегодня грибной суп. Илюша, сделай вот так. Вот ты хорошо. Давай-ка еще по одной закурим. Ковригин-то красавица. Передави. Ваши документы? Ну? Вы демобилизованы, так что знаки воинского отличия, я полагаю, снимать пора. Сейчас разбегусь. Только вы за мной не ездите. У нас улица тихая. Палочку подержите, а я сбегаю, отпарю. Я вам сделал замечание просто по форме одежды. Только и всего. А я то, что трофейную технику гробите. А в горючку нафталин положите. У нашего бензина октановое число другое, его фрицевская техника не выносит. А если без запровод проезд? Товарищ Чухляев, это форменное вредительство. Тогда бегать учись. Давай.
товарищ старший. Ты где шляешься? Да. Счастье. Нет войны. Спокойный труд. Богатый урожай. Такое счастье для всех одинаково дорого. Оно общее. Но под каждой крышей живет и свое. Личное. Маленькое, но не менее дорогое счастье.